17 января губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области об организации в регионе праздника Крещения Господня. В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, руководители силовых структур и представители духовенства. Главам территории поставлена задача во время крещенских купаний обеспечить в круглосуточном режиме взаимодействие с ответственными сотрудниками, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы. В этом году в муниципальных образованиях Верхневолжья определено и согласовано более 50 мест, где можно совершить омовение. Кроме того, предусмотрены места, где будут проводиться чины освящения воды. В Крещенскую ночь и днем 19 января на местах предусмотрено дежурство сотрудников полиции, спасателей, медицинских работников, представителей администраций, муниципальных образований, волонтерских и общественных организаций. Жителям региона напоминают, что при купании необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности.